Наверное, Марс. Но не потому, что он какой-то агрессивный, а просто интересно. Скоро туда кто-то полетит. Конечно. Конечно, она есть. Ну и другу, и врагу я бы объясняла это. Не надо так. Ладно. Дорогой друг, это набор различных сервисов по производству чего угодно, что необходимо автору. Это орбита, контентная платформа. Это магазин «Атмосфера». Собственно, наверное, так. Ну, краудфандинговая платформа. Это соучастие в создании чего-то, что меняет мир. Полгода. Для меня источник силы, энергии, вдохновения – это люди, которые меня окружают, общение, путешествия, моя семья. Меня очень впечатлила больница для бездомных в Питере. Потрясающие люди, там, в силу своей работы я с ними еще и пообщалась потом. Мне очень нравится этот проект, и хочется, чтобы они процветали и дальше. В среднем 3-5 штук. Хочется пошутить про «не прилетайте», но так уже было. Ребят, мы справимся без вас. Как шум города.